стоял вот здесь на молитве, я думал, а если бы здесь стал видимым образом, я знаю, что он невидим тут, но видимым образом бы стал Христос, что бы он сказал этой прекрасной семье, которая не только себе дом построила, но выше этого дома, над домом построила храм, и где прославляется имя Божие и его святые угодники, которых мы сегодня прославляем. Конечно, он бы был очень благодарен и радостный, что есть вот такие люди в 21 столетии, которые сохранили святую веру и вот то благочестие, которое у них есть, и они это проявляют не словами, не просто какими-то внутренними голосами, словами своими, а делом. И вот построить храм – это величайшее дело. Можно делать добрые дела, можно, конечно, и нужно это, кормить бедных, помогать нуждающимся, попавшим в беду, помогать. Но построить храм, если прославляется имя Божие, это величайшее дело. За это Господь действительно, зная вашу любовь к Нему, вам уготовит великие блага и награду в ином мире в Царстве Божьем. И поэтому можно не сомневаться в том, что эти слова, что око не видит, ухо не слышит, и на сердце человека не взглядывает, что Бог приготовит для любящих Его. Вы любите Бога, вас Господь возлюбит. Вы Его хвалите, Он вас, потому что есть еще и другие слова. Любящих меня люблю, говорит Господь, и прославляющих меня прославлю. Но вот